сейчас 3 часа, через 2 часа темнеет, и попробуем немножко покатать стрит. А пока что разминка. Опять в маминых штанах, не успел купить. Видите, какие глаза с мешками синие, не сплю, монтирую все время, жесть, времени нет ни на что. Вот первый спот на сегодняшний день. Я нашел ступеньки, которые в снегу, и хочу использовать это как вылет сейчас. Но проблема в том состоит, что разгон весь под горку, очень резкую. Но она резкая и по льду. Скорости вообще нет, но я сейчас попробую еще дальше вкрутить за метров 150. Надеюсь, никто не украдет камеру. Пусть люди пройдут, потому что могут украсть. Ну, как катаете? Нормально? Да. Да. Перед ступеньками лед, и нужно поворачивать, я чуть не упал. Ступеньки ударился. Блин, вроде цел. Люди все смотрят на меня, потому что в нашей деревне первый раз, наверное, такое видит, что кто-то снимает на камеру. Сам с собой разговаривает. Вибачаюся, щось не розумію. От ти, я вас не знаю, що ви до мене звертаєте. А потім а ви йдете з сумкою. Приїде, каже, що ви швидку не визвали? Яка швидка, я не розумію, от про що. Звідки вас кілька злочин? Портель свой переехал, чуть на камеру не наехал. Какой-то дед сказал, что я покалечусь. Круто. У нас все так за спорт выступают в стране. Только бухают и желают друг другу зла. Ужас. Люди очень плохие в Украине. Так, попробую еще что-нибудь. Это единственный участок с асфальтом здесь, возле магазина прям. Я надеюсь, меня не прогонит, потому что я здесь на гривны как-то покупал Прибалтику. Свой клиент. Очень аккуратно, потому что сегодня без футбольных щитков они достали уже. Видите, сразу оборот целый прокручивается, поэтому мои аккуратно. Ставим лучше камеру.
это все. Можна вас попросити зняти мене на відео, подержити ні, камеру? Ні, знаєте, я хочу нахто його мордуєш, ти ж його мучив з цього вулиця. Ні, він спеціально для цього пристосований, призначений. Подержити камеру, я зроблю трюк. Добре, зможете мене зняти? Такого держати? А так держати, да, рівно, а я тут... Нічого не нажимати? Нічого, нічого, ще просто рівно держати. Отак на мене, і нарешті я зроблю трюк. Дивись, щоб не впав. Я не впаду. Щас, ще разок можна. О, це гарно вийшло. Добре. Це гарно. Дякую. П'ять по нашому. Так, давайте кулачок. Не так, як ти його падав. Дякую. Щасливого дня вам. Я поставлю байк отак от, щоб ніхто не украл. Така я скажу магаз. Блин, ехал по баллончике, здесь нет баллончика. А. Ладно, короче, пойду покатаюсь еще. Слышь. Ух ты, собачка-то. Ну все, я катаюсь, пока. Пока. Понюхай. На, нюхай. На, нюхай. Не бійся. Це просто велосипед. Зла. Ооо, да, конкуренция, да? Чуть не попала под машину собачки. Малі, дурні. Блін, надо брати з дороги, бо це пиздец. О, чувак чуть не переїхав. Собаку чуть хотів об'їхати. Господи, зупиніться вже, пропустіть цю собаку. А ну сюда! Вона не проживе, та собачка. Ну да, треба їх загнати кудись, ну туди. Вони просто побачили там собак через дорогу. Я ще знайшов от такий от спот. Я просто обязан зробити барспін з цього парапету в макарони. Тут, короче, макарони. Огурці. Чеснок. І майка. Блин, крутой спот, чуть обоссанный, но нормально. Я сейчас попробую одной рукой ехать, а второй снимать. Оп! Снял! О, бля, чуть не упал. С одной рукой еду. Спот, попробуем слайд, если не выгонят. Но это же моя любимая библиотека, я здесь брал книги в пятом классе. Здесь не выгонят. Здесь у нас есть дохлая ворона. Привет, собак.
Как вас зовут? Нет, а вы занимаетесь этим? Мы вам не мешаем? Не, не мешает. Ты идешь сама, что я. Все, кажется. Что там выглядит? Что, короче-то? Это бомба, я хочу. Бомба? Нет, видеокамера. GoPro. Значит, или не так треба дует. Короче. Только что остановилось две тетки. Две женщины. Не знаю, ли вам было слышно, но... Они начали кричать чуть-чуть. Что ты положил? Типа вот сюда вот, то есть видеокамеру. Я сказал, что видеокамеру, но они не спросили, а начали орать сразу, что это бомба. Потому что мерцает красная лампочка. Что в этом случае могу сказать? Уже просто ничего. Я думаю, просто смотреть меньше телевизор. Потому что у нас не развит никакой спорт. И люди даже не знают, что такое GoPro. Они знают только, что есть бомбы и война. И только рут, негатив один. И это просто ужасно. Вот что я могу сказать.